The NSA is spying and was spying. And we had Snowden, we have a lot of documents to look at. And there is some new research on how they used geolocation methods in mobile networks. It is done by the University of Hamburg. And we have here Eric. Здесь перед нами Эрик, который будет предлагать вам свои исследования, которые он проделал для правительства Германии. Который мы называем час АНБ, агентство национальной безопасности, оно же NSA. Он студент, который пишет кандидатскую, и которую он пишет по физике. Пожалуйста, поаплодируйте им. И для тех, добрый день. Я очень рад, что вы здесь и собрались. И я рад поприветствовать вас на своем докладе по поводу определения местоположения в сетях операторов мобильной связи. В самом начале мне бы хотелось отметить, почему я представляю этот доклад. Комитет немецкого парламента создал комитет, который хотел узнать, какую роль Германия играла в ударах, наносимых дронами по всему миру. И то есть официальная позиция США была то, что никакой роли Германия в этом не играла, но тем не менее комитет парламентский попросил подготовить отчет. Этот отчет был подготовлен. Он был опубликован netzpolitik.org, а также представлен в парламенте. Спасибо для netzpolitik.org. Он содержит технические методы и примерно указывает ту точность, которую можно достичь в мобильных сетях по определению местоположения. Сейчас я представляю вам примерный план на мою презентацию. То есть сначала мы рассмотрим, почему вообще хотят определять местоположение в мобильных сетях. Затем во второе мы посмотрим основные методы определения положения. Третье, мы уже поговорим об дронах. И затем мы поговорим о технических идентификаторах, которые могут быть использованы в определении местоположения. И в конце концов я подведу итог. Значит, цель геолокации, она же определение местоположения. Ну, первое — это миссии по спасению, эвакуация. То есть данные по геолокации могут помочь найти людей, чтобы спасти их. Или же те, кто пользуется Google Maps, Google Traffic, они могут увидеть загруженность дорог. Также это можно использовать, чтобы нарушать приватность пользователей, определять людей для целей преследования. Безусловно, мы также можем использовать эти данные для ударов дронами, нанесения ударов дронами. Я также хочу отметить, что эти данные, они не подходят для того, чтобы определить личность человека. То есть если эти данные используются для нанесения ударов дронами, невозможно определить, кто же на самом деле был убит. Справа вы видите картинку удара, нанесенной ракетой Hellfire. Радиус поражения этой ракеты примерно 20 метров. То есть такие понятия, как точный удар. На самом деле точность таких ударов не может превышать 20 метров. Первый подход, который я хотел бы вам представить, это измерение времени. Для этого используются данные базовой станции. Базовая станция – это точка, которая в мобильной сети, к которой подключается ваш телефон. Базовую станцию также можно подменить мошеннической подложной станции, которую вы, в принципе, сами можете построить. Этот метод используется для определения позиции телефона, используя временные данные и триангуляцию. То есть вы знаете, что сигнал обычно проходит со скоростью, распространяется скоростью света. И здесь представлено три метода. Это время получения, время достижения, когда сигнал, то есть сколько занимает сигналу прийти от базовой станции к телефону. То есть здесь мы достигаем точности 50-200 метров. Ну, это точно зависит от плотности сетей, то есть насколько много базовых станций у нас находится в данном районе. Затем следующий метод — это time difference of arrival, то есть время в разности о прибытии сигнала. И следующий метод — это продвинутое различие времени, которое достигает опять же нам достичь точности где-то 50-100 метров. Следующее — это угловые методы, при которых выполняется триангуляция. Но вам нужно знать точное положение базовой станции, а также в какую сторону расположена антенна. Для этого достаточно иметь две базовые станции. Точность обычно между 100 и 200 метрами. И вызов к этому, проблема этого метода, так же, как и предыдущих методов на предыдущем слайде, в том, что у вас нет лидии видимости к каждому телефону. То есть сигнал отражается зданиями, и что ухудшает точность. Следующий метод, который я хотел бы вам показать, я думаю, большинство из вас знаете немножко о GPS, спутники. Постоянно отправляют время, а также свое положение, а телефон уже использует эту информацию, чтобы рассчитать как раз таки свою информацию. Базовые станции также могут попросить определить местоположение телефона и специальным протоколом определения местоположения. Еще один метод, который я хотел бы вам предложить, это основано на том, что многие телефоны отправляют свои координаты GPS разным онлайн-сервисам, определяя свое местоположение, как правило, с точностью 10 метров и лучше. И этот трафик тоже часто можно перехватить и определить местоположение. И здесь у меня есть две цитаты для вас. Это по сути означает, что любой человек, использующий Google Maps на своем телефоне, поддерживает систему GCHQ, то есть британскую систему разведки, технической разведки. Здесь нам очень помогли тоже и откровения Сноудена. Вот эта цитата из как раз из его, из так называемого архива Сноудена 2008. Если у вас есть карта расположения различных точек доступа Wi-Fi, то все это, опять же, позволяет GCHQ и Агентству по национальной безопасности США точно определять местоположение абонентов, в том числе и для проведения атаков дронами. Хочешь? Следующий approach основан на сигнальной системе 7. Здесь нам нужно знать, в каком сегменте сети, сотовой сети находится абонент. Эта информация может быть востребована также третьими лицами. Я бы хотел также напомнить вам о докладе Тобиаса Меймана два года назад. Давайте теперь поговорим о дронах. У нас нет твердых доказательств того, что методы геолокации геолокация проводится дронами, но у нас есть косвенное на это доказательство. По некоторым данным, дроны используют методы активной геолокации. Если кто-либо из вас имеет доступ к каким-либо дополнительным документам, мне было очень интересно было на них посмотреть. Самый легкий метод, безусловно, был бы запросить координации GPS. Для этого тогда вы просто заменяете базовую станцию дроном. Но метод, который лучше и который, я думаю, предпочтителен, это метод углового замерения. Угловые замерения, если вы читали наш доклад, мы определяем, что метод этого, точность этого метода это от 5 до 20 метров. Если вы подходите ближе, опять же, если дроны находятся ближе к мобильному телефону, то точность еще можно увеличить. То есть это как раз-таки позволяет осуществлять действительно точечные удары, основываясь на данных, таким образом полученных. Готовя отчет для парламента Германии, я читал определенные данные о том, что геолокация проводится и с высоты, и 3 километра. То есть вам необходимо знать угол достижения цели. И чем больше телефон, тем легче определять геолокацию. Если мы можем предположить, что за кем мы находится на Земле, то можно опять же увеличить точность местоположения по сравнению с тем, что если мы не знаем, находится ли он на ровной земле, либо же в здании. Параметры окружающей среды. Безусловно, важны для точности. Сейчас я буду говорить о идентификаторах, которые могут быть использованы для геолокации. Безусловно, телефонный номер или любая базовая станция, либо IMSI-кетчер. Имеет доступ к IMSI, а также IMEI. IMSI — это уникальный дескриптор каждого абонента мобильной сети. IMEI — это уникальный серийный номер оборудования, то есть устройств. Когда мы включим эти методы майнинга интернет-данных, когда мы будем искать конкретный MAC-адрес, либо же конкретный логин, конкретное IMEI, то а теперь я подхожу к самому последнему слайду моего обучения. То, что есть разные методы нахождения местоположения мобильного телефона, а также что дроны тоже могут использовать эти методы для определения положения телефонов. И никто никогда не отрицал, что эти методы могут применяться. Это не отрицалось и во время слушания в парламенте. И все оба эти идентификатора, IMEI и IMSI, могут быть определены, могут быть использованы для определения геолокации теми же дронами. И еще последний кусочек информации. Хотелось вам сказать то, что геолокация не может подтвердить, кто на самом деле находится за этим идентификатором. То есть, когда кто-либо проводит эти удары дронами, неизвестно, кто на самом деле использует этот телефон. И невинные люди могут быть убиты. Здесь мне хотелось бы сказать вам спасибо, сказать спасибо своей семье, своим коллегам и вообще всем. Спасибо. Это отлично. Спасибо очень большое. Это первый доклад сегодня, на которого может быть очень много вопросов. Пожалуйста, подходите к микрофону и задавайте свои вопросы. Это ваш единственный шанс, чтобы этот человек вам их ответил. Нет вопросов? Ну вот, кто-то есть. Извините. Добрый день. Знаете ли вы, почему мы расположены в Лондоне прямо сейчас, когда мы используем Google Maps? Когда мы сейчас используем Google Maps, мы расположены в Лондоне. Знаете ли вы это? Конгресс располагается в Лондоне? Нет, мне это неизвестно. Извините. Я думал, это была часть вашего доклада. Новый вопрос. На слайде 12 вы показали угол доступа, определяемый дроном. Является это же пассивным методом, или же он требует определенной кооперации со стороны телефонной компании или кем-то либо еще? Ответ. Это может быть сделано пассивно, потому что базовая станция постоянно отправляет как бы пейджинг, контактирует ваш телефон, и телефон отвечает на это. Вам нужен для этого не IMSI-кетчер. Просто видите, какие телефоны отвечают, и вы примерно знаете, где находится телефон. Так, у нас есть еще один вопрос. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. вопрос. Спасибо за ваш доклад. Мне хотелось бы задать вопрос по поводу геолокации не телефонов, которые выключены. То есть вы говорили о том, что, конечно же, от тех телефонов, которые с батареями, которые работают. Расскажите нам, пожалуйста, о методах, которые покажутся нам с точки зрения пользователя выключенными, а также о тех, у кого батареи из телефона вытащены. Ответ. На самом деле, если вы полностью выключите телефон на длительное время, допустим, несколько месяцев, я думаю, что у вас все нормально. Вопрос. Я это хорошо знать. Ответ. Но на самом деле, если у вас базовая станция, кто-либо выключает свой телефон, и, возможно, он встречает кого-то еще в этот момент, и кто-то еще тоже выключает свой телефон, то это может быть подозрительно. Это на самом деле зависит от, смотрит ли кто-либо на такого рода данные или нет. Вопрос. У меня короткий вопрос. Как вы описали, мы каким-то образом зависим от доброй воли АНБ, например. Но мне хотелось бы спросить вас, есть ли какая-либо путь и манера все-таки избежать этой геолокации? Ответ. Это очень, на самом деле, тяжело. Я бы предположил, что от телефона с GPS на самом деле чуть-чуть проще, чтобы они как бы предотвратить геолокацию. Но если же у вас есть дрон, который прямо над вас, и вы издаете физический сигнал, то есть ваш телефон издает физический сигнал, то дрону удастся определить источник сигнала. То есть это сложно. Это физически сложно. Вопрос. У меня есть вопрос по поводу физичности вот этих угловых замерений в густо заселенной местности, где дрон располагается, скажем, на высоте 3 километров. Это, безусловно, потребовало бы быть более чувствительным той же базовой станции, поскольку будет и больше интерференций, шума. Ответ. Обычно дрон может как бы геолокализировать, ну, мы рассматриваем как 2 километра до десятков километров. Вопрос. То есть дрон обычно же фокусируется, то есть смотрит на определенную ячейку, в которой находится подозреваемый. Ответ. Но это зависит. То есть вы, конечно, можете уменьшить, сфокусироваться на определенной ячейке или даже на определенной доле в этой ячейке, ну, либо же рассматривать не фокусироваться, а рассматривать более большую зону. Вопрос. А что в случае с квадрокоптерами? Рассматривали ли вы их? А также различие между тем, если эти, скажем, квадрокоптеры пролетают единовременно над какой-то территорией, либо же постоянно там находятся. Ответ. Вы можете проводить многие измерения, либо же провести только одно измерение, если вы находитесь, если вы знаете, где находится то, за кем вы смотрите. У нас еще один есть вопрос из интернета. Интернет хочет знать, есть ли какие-то атрибуты, которые можно изменить на телефоне, такие как IMEI. То есть можно ли их изменить, чтобы каким-то образом усложнить слежку или остановить ее полностью? Ответ. Конечно же, вы можете подделать IMEI или IMSI То есть любой телефон может отправить ложную информацию по этому IMEI и IMSI. Вопрос. Есть ли какие-либо характеристики в сетях GSM, которые позволяют получить GPS-данные из телефона? Ответ. Это был бы Radio Location Service Protocol, то есть протокол определения радиолокации. Вопрос. Добрый день. По поводу ваших докладов парламенту. От парламента не было никаких заявлений по поводу этому поводу. Было ли что-либо в этом плане? Ответ. На самом деле правительство что-то сказало об этом, но они умыли свои руки и все как-то сделали. Но все было сделано как-то красиво, в том типе, что АНБ заставляет придерживаться законов Германии и что им не разрешается что-либо делать с этими данными. Еще один вопрос. Добрый день. На слайде 12 вы указали точность до 5 метров для определенных дронов. Каким образом это масштабируется, если у вас более 2 дронов, например, 10? Ответ. На самом деле, думаю, было здесь определенная непонятка. На самом деле, одного дрона достаточно. Вопрос. Можете ли вы использовать более одного дрона? Ответ. Да, конечно, вы можете использовать более одного дрона, но одного достаточно. Вопрос. Да, но улучшается ли точность использования более одного? Ответ. Да, если вы подходите ближе к таргет, то точность увеличивается. Вопрос. Да, но то же самое расстояние, но более одного дрона. Ответ. На самом деле нет. Вопрос. Говоря о определении местоположения, вы ссылались на определенные эксперименты. Проводили ли вы их сами или нет? Ответ. На самом деле нет, я их сам не проводил. Вопрос. А если на определенное приложение используется на телефоне, скажем, которое использует отпечаток пальца и прочее, думаете ли вы, что это улучшило бы точность определения все-таки, кто управляет этим телефоном? Ответ. Но это бы зависело от конкретной операционной системы, конкретного приложения. Вопрос. То есть использовать текущие технологии это невозможно? Ответ нет. Вопрос. Каждый раз, когда вы используете геолокацию, то есть вы используете GPS и отправляете информацию, допустим, в Google или в карты Apple, вы все более и более уточняете эти сервисы. Пару лет назад мы говорили о таких еще как Skyhook. И один из докладчиков предложил, не должна ли быть эта информация о тех же точках Wi-Fi, быть публичной, или же ничему мы с этим не можем сделать, эта вся информация всегда будет как бы приватная. Ответ. Да, и, конечно же, полностью поддерживаю, чтобы все было в открытом публичном домене. Вопрос. Я хотел поблагодарить вас за этот доклад. Я сама тоже принимала участие в парламентском запросе. И особенно в разговорах с людьми из спецслужб, которые просто говорят, что якобы это невозможно. Вот имея ваш доклад, мы все-таки теперь можем сказать, да, такие вещи возможно. Спасибо вам. Спасибо вам большое за вашу работу. Пожалуйста, продолжайте.